Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, наконец-то пришел этот долгожданный момент, когда встали сибирские морозы. Ну, конечно, не совсем еще лютые, но, по крайней мере, этого хватило, чтобы наши водоемы покрылись коркой льда. Народ сидит, вон рыбачит. Человек с десяток. Будем пробовать. Куда-то далеко заходить еще опасно. Там вообще лед тонкий, корка. Лед трещит, капец. Паха сейчас рассверлил лунку. Как пошел тут треск. На весь водоем аж страшно стало. Так, ну что, попробую где-нибудь вот тут. У меня 130-й бур. Ну вот, рассверлил лунку, рассверлил толщина, ну. Ох-ху-ху-ху-ху, да ты чё, Пах, тут 10 сантиметров. Лёд 10 сантиметров, ребят. Ну не 10, может 8. Но все равно вот он весь трещит, еще как бы опасно. Так, что у меня сегодня? Удочка от Сальма. Траут, Сальма траут. У меня есть Лаки Джон траут. Я купил еще сальмовский траут. Сальмовский траут, хочу сказать, что более лайтовый, что ли. То есть Лаки Джоновский, он помощней. Вот поставим сейчас четверочку Лаки Джон Нордик. Ну и будем пробовать. Вот глубина-то небольшая. О, поклевочки уже есть. Сяду-ка я от ветра. Ну, что-то тыкнуло. Поклевок особых таких нету. Есть. Вот он мой первый, ребятки. Вот он мой первый окушок. Ну, начнем с того, что тройник у меня тут, конечно, не оснащен никаким там фосфорным глазом там, еще всякими яркими прибамбасиками. Обыкновенный тройник. Нет, будем перемещаться. Что это такое одинокое за 5 минут? Мне такой расклад не устраивает. Что, сделали новую луночку? Сейчас попробуем тут. Если лучше клевать не будет, то, возможно, поменяем приманку. Опа! Ну вот один еще засекся. Окушочек. Это уже третья луночка. Опустил на самое дно, а там трава. Приподнял чуть выше. Ну вот вроде поклевки пошли. Вроде, ребята, поклевки пошли. Прям чувствуется, как долбит. Блин. Ходить искать надо. Так, чтобы с одной лунки хоп, пришел сразу. Засверлился, такого нет. Мы в прошлом году уходили вот туда, за лэп. Вот там было неплохо. Но сейчас там тонкий лед. 100%, там даже никого нет. Еще 3 дня назад вот там за лэпом парила вода. Так что рисковать не будем далеко ходить.
Вон рыбаки. Пойду узнаю, спрошу, что народ поймал. Ну как, результаты у вас? У меня 3, Паша 6. Да ты чего, Паша 6? Да. Нет. Ну сразу куна. 7 у тебя? Мелкий ты здесь. Че, тут лед поменьше, да, уже? Потоньше. Это еще страшно много. Надо где-то вот, чтобы по этому вообще. Да, да, да. Может вообще потом пообедаем, туда за лэп лучше сходить. По берегу. А что, ты поймал по берегу что? Пока нет. Че, неужели что ли? Опа! Окушок. Вот такой вот. Ну чё, блин, с лунки по окуню, что ли? Опа, клёвочка. Конечно, мы и приехали уже почти в 12 часов. Долго собирались сегодня. Конечно, если бы с самого утра тут прогулялись бы, результат был бы получше. Короче, витрина сильный-пресильный. Обламывает конкретно. Рыбачить очень некомфортно. Вон, Паха, тут у нас костер уже разжег. Че, Паха, сколько штук-то поймал? Вон, Пахин улов. Это вы с Ольгой в одну? Ну, я штучек 7, вот здесь. Я отпустил там несколько. Пойдет. А сейчас мы вон костерчик разожгем. Перекусим, что-нибудь пожарим на сковородочке. Будет супер.